Стрельтамакском театрально-концертном объединении состоялась сдача спектакля «На телеге до луны» по мотивам рассказов Василия Шукшина. Постановкой занимался Эдуард Двинских, режиссер и актер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Он впервые сотрудничает со Стрельтамакским театром и признается, что очень хорошо сработался с актером. Я всегда работаю с теми, кто добровольно хочет работать, кто остается, говорит, я хочу попробовать, хочу то-то-то. Это хитрый ход, потому что остаются обычно самые инициативные, самые активные, самые, ну не побоюсь этого слова, даже талантливые люди, которые не боятся броситься в любой омут с головой и не боятся не выплыть из этого омута. Роли исполняют Фаим Ахмедьянов, Марат Зубаиров, Ильнур Аджитаров, Зиляра Юлтаева, Алия Зарипова и другие артисты театра. Состоялась сдача спектакля, а вот премьера для зрителей планируется уже в новом сезоне.